О, кайф. О, Тима. Привет, ребята. Помните, у меня был видос «Сплав с рыбалочкой»? Там я на одноместной лодке ПВХ сплавлялся. И там я говорил, что хочу найти другую лодку, более легкую. Так вот, кстати, спасибо некоторым подписчикам, которые в комментариях меня, можно сказать, привели к этому производителю. Не раз в комментариях этот производитель упоминался. Это компания Time Trial. А в итоге я связался с этой компанией Time Trial, и прислали мне они не Покрафт, а Fish Покрафт. То есть Покрафт, созданный специально для рыбаков, чтобы можно было таскать в рюкзаке, она не тяжелая. Но сейчас все посмотрим, увидите. Ну, собственно, вот этот комплект. Ни разу на ней не сплавлялся, ни разу ее не надувал. Я только его распаковывал, посмотрел, так расстелил и все. Давайте откроем, посмотрим, что у нас тут имеется. Спасибо всем тем, кто посоветовал именно к этой фирме обратиться. Действительно, я вот уже открывал один раз. Качество просто на высоте. Ну, собственно, насос ножной. Предлагали взять ручной, типа мешка. Но пока что-то не согласился на такое, решил к привычному насосу прибегнуть. Собственно, здесь вот у них находится такая сумка, такой небольшой гермомешочек. Сюда можно телефон положить, какие-то документы, ну, которые с собой тащите, мало ли там в воду что-то упадет. То есть он такой вообще, ну, маленький, компактный, его можно на шею вешать, тут завернул, супер. Так, идем дальше, что тут? А, да, они сразу вот мне предложили взять такую подушку, поджопник в виде подковы. Сейчас его тоже надуем. С другой стороны, даже я вот удивился, блин, сделаны вот такие эти липучки. Получается, я ее надую, и можно будет ко дну ее присобачить. И никуда она не денется. То есть, ну, такие две трубки. Это для удержания спиннинга. Сама вот лодка, вот она. Сейчас все вынул, да, вот небольшой мешочек. Достанем сейчас лодку Покрафт. Ну, сейчас мы ее расстелим, накачаем и все установим. Так, ну все, вот я ее накачал. Блин, она реально большая. Она компактная, но, блин, сейчас накачал, она длинная. Вот так у нее тут все сделано. Все. Дополнительно сзади еще есть такие крепления. Сюда можно либо садок, либо кукан подцеплять. И с этой стороны тоже у них, и тут. То есть ничего даром не пропадает. Так, здесь отдельно есть такая резинка. Это я попозже покажу, для чего. Она вот сюда вот цепляется. Вот, убирается. Так, а сюда эти втулки вставляются под спиннинг. Где они у нас? Плотненько. О, одна есть. Все. Вот так вот. С этой стороны, с этой. То есть можно удочку ставить, спиннинг ставить, либо две удочки, кто как любит. Давайте сидушку установим. Так, во, отлично, сидушка установлена. О, кайф, блин, ребята, это вещь, реально. И спина главное, вот этот вот задний баллон, который сзади, он больше, сидишь. Тут, по идее, даже может вдвоем, если очень захотеть. Туда можно и второму сесть, если вот ноги вот так вот сложить, и второй также. Там, правда, чуть уже. Туда можно ребенка сажать. Точно, сына можно туда посадить и плавать. Так, ну вот дело у нас до сумки дошло. Тут у них есть такие вот лямочки, 4 штуки. И затягиваем. Ну, собственно, сюда открываешь.
можно складывать. Байдарочное весло для данного типа лодки. Хотя, думаю, если очень надо кому-то, они смогут сделать и уключенное такое весло. Гребем. Гребем, да? Так, если оно вам мешает, либо надо порыбачить, да, чтобы оно здесь не лежало, это весло. Берем просто вот так вот, хоп, и перетягиваем. Все. Вообще тоже супер решение, блин, мне нравится. Забыл сказать, что вот это у нас все отечественное производство, делают в Санкт-Петербурге. Все ссылки будут в описании, заходите, кому интересно, переходите, смотрите, изучайте. Много не буду прям рассказывать про нее. Кому надо, тот зайдет, посмотрит. Так, ну что могу сказать? Первое ощущение. Покрафт идет отлично, но мне пока непривычно вот такое одно весло. Есть момент, что у меня капли сюда вот затекают на меня, брызгают. Надо, в общем, приноровиться к такому веслу. А так, блин, вообще круто. Ее сильно не разворачивает, как вот та прошлая была у меня лодка. Кстати, ребят, похоже, разобрался, как надо гребсти правильно. Тут, в общем, есть два крепления, и можно весла снять друг друга на 90 градусов повернуты. Ну и, собственно, так уже меньше вода загребается. Ну да. Ну, вот, видите, догадался. Как надо все это делать. А так вообще ход легкий. Скорость набирается очень быстро. Впереди меня место еще там навалом. То есть туда можно положить рюкзак, в эту сумку можно положить еще какие-то вещи нагрузить и отправляться в долгий сплав. А так впечатления от лодки только положительные. Сам спиннинг можно вот поставили, и вот он стоит. Вот. Во время рыбалки взяли, порыбачили, либо сюда вот его вставили, на эту сторону. Ничего не мешает, стоит отлично. Ну что, сделаю короткий вывод. Много говорить не буду.
Вот этот покрафт реально своих денег стоит. Не жалко за него отдать деньги. Все сделано на высшем уровне, хорошего качества. Так что, кто любит сплавы, рыбалки без моторов, допустим, нет транспорта, если там добраться куда-то до водоема какого-то, либо реки, то вот ее запросто можно засунуть в рюкзак 85-литровый. По-любому он встанет. У меня вот есть этот рюкзак, я на нем сплавлюсь, на этом покрафте. Ну и покажу, что он с легкостью умещается в рюкзак. Ну а сейчас всем счастливо, пока, до новых встреч.